Чего тебе надо, парень? Я насчет моего отца. Хочу, чтобы ты сделал ему больно. Ты знаешь, что даже просить об этом грех? Я знаю. Люди говорят, что до того, как стать проповедником, ты делал всякое. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Как далеко я должен зайти? Твой папаша крупный парень. Он будет отбиваться. Одно зацепится за другое, обстановка начнет накаляться. Так всегда случается. Баланса можно добиться только балансом и больше ничем. Проповедник, достаточно. Почти закончил, шериф. Ты этого хочешь, парень? Господи, что это за проповедник такой?